Следующая коллекция мозга. Классический мозг. Здесь использованы технологические особенности, за счет которых нам удалось достичь проработки тонких линий. Она не бьет ногами? Цыган бьет ногами. Цыган бьет ногами. А на потолок надо крупную плитку сделать. Потолок у меня до сих пор люди страдают по этим плиткам. Вместо потолочной плитки хотят крупную плитку побольше. Я вам честно говорю. Вот они до сих пор ходят и пробуют. Если раньше будет кривешно, блядь. Фасон посмотри. Он из всех цветов будет называться белый черный. Один горошек. Цветочки разобрали, а полосами сильно. Обои раскраску надо сделать, чтобы ребенок сам дорисовал. Может, баксы печатать начать? Я уже знаю, как еще. Я думаю, скидка будет больше. Это смешно. Я даже не знаю, как реагировать.